Анна Демірполат, сімейний психолог, арт-терапевт. Є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Так, ми зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, сьогодні така тема стрес. Я думаю, доволі серйозна і така незрозуміла. Інколи деякі не знають, що з нею робити, чому воно виникає, чому у нас цей стрес виникає і що його викликає. Але давайте спочатку, можливо, розберемося. Стрес і вже депресія. От чим вони відрізняються? Бо деякі плутають і кажуть, там в мене депресія, а потім виявляється, що стрес. От як його відрізнити і які, можливо, симптоми, як їх вирахувати це в себе? Ну, сразу скажу, что про депрессию это более глубокое понятие стресса, и обычно депрессию вы можете так себе как бы, да, ощутить, хотя там есть очень много нужно факторов, которые нужно учитывать, но тем не менее, если уже у человека, да, есть некая потеря смысла, если он чувствует уже вообще опустошенность своей жизни, да, то он ощущает, что ему ничего вообще в жизни не хочется, то это уже про признаки депрессии. При этом еще, конечно, это все сопровождается физиологическим состоянием усталости, апатичности, невозможности там много сделать, малой активности, ну вот все вот такие вот признаки. А если говорить про стресс, то стресс – это такое вот внутреннее состояние напряжения организма. В принципе, это понятие еще, значит, когда ввели в начале 20 века, в 30-х годах, где-то ввел стресс-селье, Ганс-селье, В общем, он ввел это понятие как некое такое неспецифическое напряжение организма, адаптационное, то есть необходимое для адаптации к чему? К каким-то измененным обстоятельствам, ситуациям. То есть, что это значит? Когда в нашей жизни что-то происходит не так, непривычно для нашей зоны комфорта, то тогда мы как-то реагируем. То есть наше тело, наш организм реагирует. И вот как раз уже говорить о стрессе, который... Понимаете, есть такие стресс-факторы, вы говорили, спрашивали, что влияет, да? То есть есть, конечно, стресс-факторы, которые для нас очень значимы. То есть это тяжелые какие-то события, да, потери близких, расставания. Вот они входят в список наиболее сильных стресс-факторов. Разводы, вот прямо в списке самих перших, да? А я вас переб'ю, да, буду все робити періодично. Навіть кажуть, що позитивні моменти викликають в організмі стрес. От така історія, що виграв чоловік мільйон доларів у Китаї і вмер, ну, від того, що стрес настільки нахлинув. Це правда, так? Да, конечно, смотрите, не важно, для нашого організму не важно, в принципі, какое влияние, по мінусу или по плюсу идёт, да? То есть, в любом случае стрес, организм начинает собирать все усилия, чтобы с таким вот напряжением справиться. Вообще, как бы, если зачем необходимость стресс предусмотрела природа? Зачем он для нас нужен? Он нужен для того, чтобы справляться в тяжелых ситуациях. Да? Например, встретили медведя в лесу. Это такой стандартный пример про стресс. Вот. И нужно как-то отреагировать. Да? То есть, и тогда что нужно, чтобы организм мобилизировался? То есть он у нас собирается, то есть мы находим неимоверные силы в нашем организме, но для этого организму нужно было востребовать все ресурсы организма, да? Чтобы или бежать, или сражаться, или замереть, как бы у кого вот разные вот такие вот три реакции есть. Да. А щодо шкали стресу? От вона існує? А вот шкала стресу, это у каждого индивидуально. Смотрите, вот я сейчас задам вам вопрос такой. Давайте так. Человек, мы говорим, он присутствует здесь и сейчас. Вот все психологи, вернитесь здесь и сейчас. Да? Говорят часто об этом. Смотрите, прошлого, по сути, нет. Это только в голове находятся эти мысли, образы прошлого в голове человека. Будущего тоже нет. Так? То есть его как такового нет. Вы сейчас, будущее можно там предсказывать, все такое, но его сейчас нет. То есть человек вот сейчас существует. И вот вы в среднем можете сами себя спросить, насколько вы в течение дня находитесь в состоянии удовольствия от жизни, наслаждения от жизни из 100%. Возьмите свой средний день, да? И, например, там из 100% вы находитесь в удовольствии. Ну, я очень часто с людьми, с кем я работаю, да, обнаруживаю, что там, ну, 10%, 20% в день там, ну, как доволен, да. Ну, а так жизнь, понимаете, ну, так до 100, наверное, напряжение. Не, не, ну, до 100, ну, конечно, напряжение. И вот представьте, организм человека находится каждая ежесекунда, ежедневно в состоянии от 80 там, да, до 90 и выше напряжения.
Оно предназначено природой нам для того, чтобы мы справлялись со сложностями, но не для того, чтобы нам находились постоянно в таком напряжении. Что тогда будет, смотрите, если затребуются все ресурсы? То есть организма, это же значит, включаются гормоны определенные uh-huh. работают, мозг работает определенным образом, мышцы определенным образом напрягаются. И это, например, постоянно в этом человек находится. Я же говорю, стресс вы можете сейчас сами себе определить, насколько вы в нем находитесь в среднем день. Да? Uh-huh. Так вот, я вам хочу сказать, что задача, в принципе, у человека находиться в расслабленном состоянии в течение дня, не имеется в виду в полном, да, вот таком спокойном абсолютно, но в расслабленном состоянии, то есть стресса, то есть такой вот факторов, точнее стресса внутреннего должно быть, ну, 10%, там, а 90% это вот удовольствие. За всім боротися, да. Якщо не вдається розслабитися, і думки твої лише на фоні стресу, на базі стресу. Взагалі, тримати себе розслабленим, все одно якісь події на нас впливають. Конечно, в течение дня, ну смотрите, это же не те факторы, которые там совсем тяжелые, да, но мы uh-huh. почему-то реагируем uh-huh. на какие-то незначительные вроде бы события большими реакциями напряжения. Но если здесь говорить, то со стрессом и вообще с любой психикой, с организмом нужно работать через три канала. Есть три базовых канала, через которых мы можем снимать напряжение. Первый канал – это тело, угу. второй канал – это эмоции, и третий канал – это мысли. То есть если вот так вот дифференцировать, и если их распределить, да, то есть что тогда влияет? Мысли, как мы думаем, что мы думаем. Да, то есть если мы хотим действительно понизить состояние стресса внутреннего, то очень желательно начинать с каналов тела и эмоций, а не с мыслей. Потому что, к сожалению, с мыслями и вот проанализировать все, что происходит, нам становится достаточно сложно. Но именно из состояния расслабленности можно найти решение. Так устроен наш мозг, да, что если он не напряжен, если он такое состояние, есть там бета-работа мозга, когда там, uh-huh. представьте себе, что вокруг вас, ну так образно, клубки этих мыслей, да, вот они все там uh-huh. крутятся, и вот в этом мы всем находимся. И вот, чтобы решать какие-то вопросы, то в первую очередь, конечно, нужно эти клубки убрать. Если вы теми же способами пытаетесь, так, я решу эту задачу, я сейчас узнаю, как ее решить, и только и думаете, то есть головой, то, в принципе, скорее всего, что вы в этих корнях, в этом стрессе и останетесь. Через тело, как же вернуться? Вот сами себе представьте, что если вы прикасаетесь к своему телу, похлопали по нему, например, да, вот, то тут как будто вас, как бы тело, вы чувствуете, ваше внимание переключилось куда? Когда вы хлопнули себя там или помассажировали свое тело телом, то есть вы начинаете чувствовать, и внимание переходит от мысли, переходит в тело. То есть любое расслабление телесное, оно способствует тому, чтобы хотя бы какой-то вот груз вот этих всех мыслей начал снижаться. Чем больше вы даете физическую нагрузку какую-то такую, да, есть специальные упражнения, которые позволяют быстро снять напряжение. Но телесно, например, если сильно-сильно напрячь тело, очень сильно, да, и тут же расслабиться, то наступает такое вот легкое расслабление. Таким образом, возвращаться всегда нужно через такое вот физическое напряжение. Опять же, оно должно быть вам приятным. То есть кто-то, например, не хочет идти там сейчас и приседать, там, и отжиматься, да? Кто-то хочет пойти поласывать кисточку на кухню. Вот это вот как раз опять же, что мы едим? Мы едим не еду, мы едим эмоции. Да, и поэтому мы ничего с этим не делаем. То есть это стресс, он, конечно, нет, физиологически немножечко стресс уменьшается, потому что эмоцию мы удовлетворяем. Но что мы получаем в результате? Да, кисточка. Вот, поэтому, конечно, это один из возможных способов, и если он есть пока в списке, пусть будет. Не надо себя ничего. Опять же, смотрите, все, что нам возможно, доступно, применимо, вот то и применяем в работе со стрессом. Но в первую очередь, смотрите, я говорю, да, то есть если даже вот тело, если эмоции, другой канал эмоции, да, то мы должны с вами постараться принести какое-то себе удовольствие. Поэтому в нашем наборчике дня должно быть что-то, что приносит нам легкое удовольствие, эмоцию удовольствия, да, то есть и также дает какое-то физическое расслабление. Что это может, да, там дома присесть пледом, обернуться, выпить действительно чашечку там чая. Можно, кстати, есть какие-то движения, можно потрястись хорошо. Очень здорово потанцевать, действительно, просто потанцевать 5-10 минут дома. Вы извините, что нравится. Да. То есть тут и эмоции, да, работают, и тело работает. То есть попробовать все, что найти то, что снимет ваше напряжение и для вас именно подходит. Если вы находитесь, например, в офисе, переключить внимание, смотрите, вектор вашего внимания на какой-то задаче, на проблеме, но никак вы этого не находите. Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, посмотрите в окно, увидите там что-то
что-то там, что там прекрасное, да, то есть вернитесь в ситуацию, вот как я вам говорила, здесь и сейчас, где вы сейчас находитесь. Угу. Да? Ну, то, судячи, спорад, стрессом боротися не так же і складно, так? Тобто причини і шляхи є. Якщо внимание ваше, понимаете, так. Все важно в наше внимание, где оно? Угу. Вот внимание, если в мыслях, и там оно будет и застревать, скорее всего, если вы не расслаблены. Если вы расслабитесь и потом направите свое внимание на мысли, на мыслительный процесс, тогда, конечно, будет более продуктивное ваше решение. Отже, расслабьтесь, поверніться у цю ситуацію, а потім вже думайте, як вирішувати ці проблеми, щоб не довести ще до більших проблем. Дякую вам. Як завжди, все швидко, актуально і так, як треба, щоб ми розібрали, що ми тепер знаємо, як боротися із нашим стресом. Анна Демір-Палат, психолог, була сьогодні у нас в гостях. Дякуємо вам за практичні поради.